Очень важно. А то Аня хочет замуж за миллионера. Так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Маша хочет замуж за Брэда Питта. Особенно, когда две бутылки распита. А Катя хочет замуж за футболиста. Сама она подсушена и мускулиста. Она постит в сеть эротичные видео, но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж? Наверняка лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят за мудаков. А у вас от этой песенки дыбом волосы. А у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение. А я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик Сапирави. А кто не знает, Сапирави — это винчик. А выйти замуж — это инск-тинчик. Ведь кто выйдет замуж? Наверняка лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, дерзкая, цельная, а та, которая ставит реальные цели. Ведь каждая букашка, вот каждая мокрица, каждая принцесса хочет за принца, но это закон испокон веков. Принцессы выходят.